вот, ребята, ничего не могу ни сказать, ни описать. Смотрите, какой размер. А? Маленьких много. Смотрите, вот они. Вот как бы смерочку мы берем. 4 инча. Но он совсем маленький, я думаю, я его отпущу. Такой вот. У меня царапает. Чайки. Тюлени. Вроде как красиво, но не дают нам возможности ловить краба в тишине, в спокойствии, да? Смотрите. Что я тут наловил? Вот они, крабики-то. Сейчас еще будем заброс делать. Ничего страшного. Поймаем покрупнее. Ой, какие красавчики. А? Ты фиолетовый такой. Давай, давай. Такой, я не знаю, будем мы мерить, не будем. Ну, давай, да. Так вот, полетел, да? Туда. Поднимаем, поднимаем. Что там у нас ждет? Ух ты! Какие-то есть подвижечки, а? О, все мелкие, да? Мелочи, мелочи жизни. Выкинулся. О! Вот это киптабл. Хороший размер, да? Давайте мерить будем. Ну что, полетели? Блин, чувак такой, смотри, зацепился. Не знаю, что с ним делать, такие крабищи. Здоровый парень попался. Блядь! Я, смотри, как зацепил, бля, клешнёй, бля. Сильно прихватывает, да? Смотри, за пальчик. Вот они, ребята, блин. Укусили меня, да? Мерзавцы. Теперь надо понять, как закинуть, чтобы он не укусил.
Полетели. Сейчас будем мыть. Они оживляются от воды. Ну что, неплохой. Вот этот большой. Вот этот тоже не маленький. Смотри, это крышнопира. Ну, они все живые. Сейчас кастрюлю и вперед. Погружаем. Чик. Тихо, тихо, тихо. Опа, вверх ногами рекомендуется запускать. Также это самое. Блин, они, знаешь, это опасности такие подстерегают нас на каждом шагу. Опа, вверх ногами. Так. Опа. Достаточно крупные у нас они, да? Да, один меня укусил сегодня. Прям мощно, знаешь. Все, погрузились. Сейчас будем засекать 15 минут. Все. Накроем его. Пошло дело-то. Огонь на полную. Сейчас мы, значит, из морозилки достаем лед для того, чтобы сделать холодную воду. Воды нальем, тоже холодная, будет она ледяная. Сюда краба забросим, вот. Не быстро остынут, хватится внутри. Краснеют уже, краснеют. Маленький, но красный. Думаешь, он еще может укусить? Ну, горячий же. Может и укусить. Опа! В ледяной воде остужаем. Next one. Перчиком, всеми делами. Эту парочку еще поварим немножко. 10 минут. Вот он мой. Сейчас я его, тебя съем, бля. Который меня укусил, а? За палец. Горячий такой. Ух. Да, вот эти клешни, конечно, мощные. Вот это да. А, вот холод. Ура!
Сейчас мы его остудим. И будет все у нас шикардосненько. Тут у нас уже вот они крабики-то. Красавчики всякие. Уже готово. Ух! Смотрите. Блин. Какие-то такие прям. А? Мощный. Вот этот вот у меня как захватил палец вот так. Огромный пышный. Да. Ну пойдем есть. Уловчик. Уловик называется. О. Это ты сегодня? Это, по-моему, эти. Давайте, покрышнее вот это. Мы ему отомстим, блин. Так. Ну да. Ты знаешь, как это делать, нет? Ну, более-менее. Опа. Да. Сейчас она. Или вот так, да. Вдоль. Вот. Пока. Вот эта клешня меня сегодня укусила. Шикардос. Да. Да. Плюс не работает, а только крабов ловить надо. Как он, ты говоришь, снимается? А, вот это. Ну вот, легко говорить. А вот это здесь есть что-то? Нет. Нет. Ты мне тот раз рассказывал, я уже не помню. Нет. Прошло год, прошли годы. Там нечего вообще. А вот в этой, да? В этой части есть? В этой много, да.